Сегодня, 1 сентября, в День знаний, все школы и учебные заведения открыли свои двери для учащихся. В Жамбылской области в новом учебном году в первый класс было принято около 23 тысяч ребятишек, которые впервые переступили порог школы. Из них 886 будут обучаться в образовательных учреждениях Сарсузского района. Всего в этом году в данном регионе более 9 тысяч школьников приняли участие в праздновании первого звонка. В честь праздника аким района Сакен Мамытов посетил учебные заведения и поздравил учащихся со знаменательной датой. Сегодня аким Сарысусского района Сакен Мамытов посетил школу-гимназию имени Мухтара Оязова в городе Жанатасе и поздравил учителей, родителей, учащихся Днем знаний. Глава района пожелал всем новых достижений, поисков и творческих успехов. Сегодня для всех вас это волнительный день, ведь вместе с первым звонком начинается новый этап становления человеческой жизни как личности и гражданина, сказал аким района, выступая на линейке. Всего же в районе более 9 тысяч школьников принимают участие в таком замечательном празднике. 886 детей Сарысусского района идут нынче в первый класс. Отметим, что в Жамбылской области в прошлом году в сфере образования было выделено 241,1 миллиарда тенге. В этом году предусмотрено 284,8 миллиарда. Это составляет более 50% бюджета области. На сегодняшний день 690 объектов образования в регионе полностью охвачены камерами видеонаблюдения. Кроме того, на приобретение учебников в текущем году будет выделено 3,1 миллиарда тенге. Учащиеся обеспечены учебниками на все 100%. Кулеш Умзакова, Нурхайдар Уремхан, Азамат Бескенов, 77 News.